Заслуженный врач России, Северной Осетии, кандидат медицинских наук, главный врач поликлиники номер один Казбек Магаев отмечает 70-летний юбилей. Глава республики Вячеслав Битаров поздравил его и вручил памятный подарок – наручные часы. Он отметил вклад Казбека Магаева в воспитание будущих профессиональных медицинских кадров и пожелал крепкого здоровья и успехов в работе. Возглавляемая вами поликлиника номер один всем известна, а потом еще вокруг нее объединили несколько других поликлиник, которые сегодня являются вашими филиалами. Работа успешно ведется, и воспитали немалые учеников в системе здравоохранения. Я хочу вас поблагодарить, поздравить вас еще раз с юбилеем, чтобы еще имели здоровье и силы приносить пользу нашей республике. Спасибо. Спасибо. Сейчас считаю, что это какое-то доверие. Я постараюсь его оправдать. Спасибо. Спасибо.